Сказка за хэппииста. Всем привет! Сегодня Пасха, 1 апреля и многие другие праздники в один день. Такое совпадение, верное воскресенье. А вообще в Америке очень интересно отмечают Пасху. И дети целый день собирают яйца. Вот у Сары корзинка специальная. Мы едем в парк посмотреть, поискать, где же они спрятаны. Да. Еще мне нравится, что в Америке нет передних номеров. Кстати, вот обратите внимание, на машинах нет передних номеров. Номера только сзади. Это очень красиво. А мама мне сегодня сделала татуировку. Татушечка, да. В некоторых больших парках здесь организовывают как раз для детей такие вот игры, в плане разбрасывают очень много яиц по полю, и потом говорят, типа, старт, и дети с корзинами собирают эти яички. Мы сейчас съездим, посмотрим в парк, что там происходит. Мы еще немного поздновато проснулись, но надеюсь, что ничего не пропустили. Сейчас совершенно случайно зашла в Facebook, посмотрела, какие события происходят в моем районе, где мы находимся, и увидела, что есть круиз, вечерний буфет, ужин на лайнере, отправляется из Clearwater, и примерно 2 часа маршрут, бесплатная еда, и, в общем, там развлечения и так далее, можно с детками. Поэтому я онлайн быстро заплатила своей карточкой, купила 2 билета, и все вместе с едой, с круизом, и с развлечениями, и со всеми таксами вышло примерно $100. Но это немало, но и не так уж и много, в принципе, если не смотреть на то, что мы будем на лодке. Поэтому мы тоже поедем сегодня и снимем для вас это видео. Покажу вам, что же входит в $100, стоит ли это своих денег и так далее. Так что всем приятного. Мы приехали по навигации в Марину, где ожидает наш лайнер, чтобы отправиться в круиз. Наша яхта вон, очень красивый лайнер. И $1 стоит парковка, если вы покупаете у них этот круиз. Они выдают вот такую бумажку, которую нужно в окно вставить, да. Огромные. Смотрите, они хотят покормить. Да, их кормят. Вот такие они большие. Сара к себе прям. Вот она, наша красавица. Небольшая очередь образовалась. Ожидаем. Встречает зайчик пасхальный, и капитан фотографирует всех на фотоаппарат. Мне интересно, платно или бесплатно? Скорее всего, платно. Наш стол наверху. Пойдемте, поднимайся. Ну хорошо, что Thank you.
то, что мы выбрали с Сарой в буфете. Хотя бы есть креветки и было мясо. Американский танец, который танцуют все в Америке, кто тут живет. Они все знают движение, я не знаю пока, еще не выучила. Вау. Подарили в конце вот такую вот морковочку. Там яичко, да, внутри? Да, и что-то еще. Класс. Я могу это разглядеть. Ой-ой-ой. Пойдем в машину. Сара наплясалась. Все, спокойной ночи, говори. Зайчик. Как и обещала, показываю вам часики, которые я купила на Amazon для Сары. Эти часики с GPS-навигацией, они принимают звонки, и Сара может звонить на любые устройства. До этого я заказывала другие, и мне они не понравились, у них не работала точно навигация. Эти часы очень простые, они настраиваются при помощи приложения на телефоне. На телефон я устанавливаю приложение и смотрю по навигации, где находится ребенок. Как вы знаете, в Америке сложно пойти и просто так купить сим-карту. Я зашла на Amazon, увидела часы, и когда я их добавила в корзину, то мне сразу в рекомендациях вышли сим-карты, которые специально предназначены для GPS-навигации. Ну, конечно, в наших странах, в Казахстане, в России, не проблема купить сим-карту, и часы эти будут работать с вашей сим-картой, но если вы находитесь в Америке, то это сделать сложно. Поэтому я нашла случайно на Амазоне сим-карты, которые стоят от $5 и выше. Я купила за $7. За $7 можно купить 300 мегабайт, 100 смс и 100 минут в месяц. Все очень просто. Я зарегистрировала карту. Конечно, мне немножко пришлось помотаться, позвонить к ним несколько раз, для того, чтобы они приняли мою MasterCard, чтобы списать деньги за сим-карту, за услуги, потому что Amazon без проблем принимает сим-карту. Эти часы примерно стоят $40, и сим-карта обошлась мне $7. И каждый месяц нужно платить за звонки. Поэтому вообще очень удобно, и я вижу, что Сара находится в школе в течение дня. Она может мне позвонить, если вдруг я не успею добежать до автобуса ее встретить, она мне тут же звонит, или я к ней звоню, говорю, что Сара, мы немножко там задерживаемся на минуту, там подожди в лизинг-центре, либо иди мне навстречу, я к тебе тоже иду. То есть это очень удобно, что покупать отдельный телефон,
В Америке дорого. Всем привет! А у нас в гостях Наташа приехала в гости. В общем, мы так рады. Да, спасибо. 100 лет не виделись. Мне даже кто-то из зрителей писал: а вы что, с Наташей больше не дружите? А поругались, да, писали? А вы что, с Наташей поругались? Нет, не поругались. Просто мы. Да. Она меня за волосы, еле потом расписала. Разнимал. Да. Мы просто далеко живем от друг от друга. И пока мы сняли эту квартиру, пока тут что-то туда-сюда, в общем, прошло много времени. И мы сейчас пообедаем. Сара здесь, Наташа подарила Саре очень много вещей, подарков и такие детские краски для волос. Покажи лицо. Сара тут вот сама себе уже накрасила. А, кстати, красиво. Ты расчешешь немножко? Да, но она, видишь, жарко же, она чуть-чуть вспотела еще. Я вообще в шоке, Наташа привезла Саре брендовые вещи, которые мы не покупаем обычно, только на распродажах редко. Guess, посмотрите, такой вот наборчик классный. Дикинвай набор. Ну, капец, крутотень. Да уже никакая не крутотень. Еще вот один Дикинвай, платье, платьишко одно. Память. Спасибо огромное, очень спасибо. Приятно, если честно. Накидочка такая. Смотрите, вот. Смотрите, что? Немножко. Покажи, покажи. Да ты пони. Радужная пони. Вот если бы вот так вот все разукрасить, я понимаю. Надо было, знаешь как, надо было одна пряточка такая, вторая такая. Да. Ты тут накрасила все розовое. Ты вот здесь еще бери по всей Давай длине. Давай я тебе накрашу по-разному. Никто на камеру не замечает, но я вам хочу сказать, что через 3 месяца Сара, она вытянулась почти на голову. Я почти в шоке. На голову. Она вот такая маленькая у нас была. И тут вдруг раз, она, когда зашла из школы, я подбираюсь к Саре вот так вот, помнишь как? Я подбираюсь к ней, а потом думаю, Сара ли это, какая-то девочка очень высокая стоит. Думаю, зубастая. Сейчас глянется, а вдруг не Сара, потом раз, зубастая Сара. Зубастая высокая девочка. Да. Вова специально для Наташи, она очень любит крабы, купил такие вот кинг. Королевские крабы огромные. Да, это сноу-краб. Они очень колючие. Да. Мы готовим. А еще вот я сделала такой десерт. Он низкокалорийный, но правда цвет не очень. Но это яблоки, бананы, лимон, цедра лимона, клюква. В общем, не поправишься. Кокосовое масло чуть-чуть, да, и корица. Очень хорошо они устроились. Очень хорошая квартирка, такая свободная. Конечно, может быть, я не знаю, картин не хватает, домом, да. Само комьюнити мне очень понравилось, очень тихо, очень спокойно, да. Травка вся облагорожена. Аллигаторы есть. Да. Есть аллигаторы? Да. Где? Там у нас 2 озера рядом, прям сразу возле комплекса. Вкуснятина такая. Спаржа. У нас диетическое все такое. Да. Омолаживающее. И как обычно в моих влогах присутствует минутка бьюти-блогера, бьюти-новинки. В этот раз у меня новинки от Maybelline с прекрасной Gigi Hadid. Коллаборация, выпустили косметику. И у меня здесь есть кое-что интересное. Я уже показывала эту косметику в Instagram, в Instastories. И девочки начали спрашивать, появилась ли эта косметика в России. Да, появилась в СНГ. Мне очень нравится эта коллекция. Во-первых, дизайн приятный, матовый. И цвета в палетках очень красивые. Пигментация хорошая. Такие универсальные оттенки в этой палетке присутствуют. Следующая палетка более теплая. И хочу сказать, что тени очень пигментированные, хорошая передача цвета. Следующая палетка тоже очень красивая. В ней присутствуют и шиммерные, и матовые тени. Хайлайтер у меня в розовом оттенке. Хайлайтер вообще невесомый, невидимый. Им невозможно переборщить, потому что он легко растушевывается и продукт не ярко выражен. Также мне передали 2 красные помады, одна более темная, вторая посветлее. В этой коллекции еще есть карандашики для губ, кисточка для теней, вот такая скошенная, а также подводка для глаз. Что на этой бьюти-ноте буду заканчивать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока!